С Богом нет неудач, с Ним много возможностей. Он не ограничивает нас, а дает простор для творчества. Он показывает нам между добром и злом разницу. И удивлению нет конца, что с Ним все проясняется. Что очень часто в обольщении живем и в подмене понятий, что черное не всегда выглядит как зло, а мишурой прикрывается. Чтоб обойти острые углы, зло становится обтекаемым и уже не выглядит как тьма, а демократия называется. И уже нет границ между мраком и светом, и уже называется компромисс, соглашение с драконом. У Бога есть только «да» и «нет», а остальное – от лукавого. Господь, научи быть твердым в твоих убеждениях. Соедини меня с собой, как вода с видом. С вином соединяется, в этой смеси уже не разберешь, где одно от другого и чем отличается. Хочу быть пропитанной тобой, чтобы меня уже не было видно, быть благоуханием твоим, твоим ароматом, чтоб не заканчивалась никогда жизнь в твоем присутствии, чтобы сказанные слова имели вес, а не были легче воздуха.